Специально для вас припас обалденный вкусный рецепт. Всем привет, дорогие друзья, снова с вами Станислав на канале Шустрибум. Готовим сегодня куриную печень. Вкусно, нежно и очень аппетитно. Конечный результат, конечно, бомба. Начинаем готовить, поехали. Нам понадобится одна луковица. И нарезаем вот такими вот перышками. И отправляю в небольшую миску целую луковицу. Добавляю пол столовой ложки сахара, 2 столовые ложки уксуса яблочного. Также горячей воды 2 столовые ложки, можно 3. Немного ложкой поприжимаем лук, чтобы растворился сахар. Все, и откладываем в сторону. Пускай маринуется наш лук. Свеколку можно нарезать разными способами. Я буду нарезать кубиком. Можно также нарезать брусочками. Можно перетереть на терке. В общем, как вам удобно. Я буду свеклу жарить. Вы можете ее отварить, можете ее запечь. На любой вкус. Готовьте так, как вам удобно. Я вам подаю идею, а вы уже готовьте так, как вам нравится. Готовить буду в двух сковородках, чтобы это происходило намного быстрее. Добавляю подсолнечное масло. Как только масло нагрелось, отправляю печень. У меня здесь ровно килограмм. Я готовлю двойную порцию, так как я обожаю это блюдо. Очень вкусное. И просто улетает за один раз. А во вторую сковородку мы отправляем свеклу жарить. Также добавил чуть-чуть подсолнечного масла. И обжариваем свеклу. Минут 5 точно. Старайтесь куриную печень не пережаривать, чтобы она оставалась нежной и вкусной. Прошло буквально минуты 4. Добавляю соль. Хорошую щепотку такую. Свеклу уже по желанию. Можно солить, можно нет. Я слегка присолю. Также печень слегка приперчу свежим молотым перцем. И добавлю пару столовых ложек яблочного сока. Три ложки будет достаточно. Перемешиваем. Теперь нам нужно выпарить яблочный сок. Наша свекла готова. Выключаем нагрев, пускай остывает. Берем блюдо и начинаем формировать наш вкусный салатик. Добавляем свеколку. Маринованный лучок. Жидкость лука я слил. Сверху украшаю петрушкой. Ну вот и готов. Очень вкусный, красивый и полезный ужин. Готовьте вместе со мной. Пробуем. Печень бомба.
Свеколка хрустящая. Просто супер. Как говорится, все витамины в одном флаконе. Просто и очень вкусно. Готовьте вместе со мной. Друзья, это реально очень вкусно, так что готовьте, не пожалеете. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока. Не забываем подписываться на мою страничку в Instagram, а также на второй канал YouTube Шустрый Микс. Ссылочки оставлю в описании.